Друзья, всем привет! На днях я получила посылку с сайта Гипюр, и я знаю, что вы очень любите такого плана видео, и хочу поделиться с вами своими новинками, показать, что же мне пришло. Постараюсь все примерять, показывать, как это смотрится на мне, и давайте скорее начнем. Первое, что я хочу вам показать, и от чего я просто в восторге, это платье, которое сегодня на мне. Оно село просто идеально по фигуре, оно подчеркивает ее, и мне кажется, что в гардеробе каждой девушки должно быть обязательно черное платье. Этот фасон удлиненный, то есть платье ниже колен, и, как вы видите, очень интересно выполнено декольте, то есть тут такая вставочка из ткани. Мне очень нравится, как выглядят плечики, и я рада, что я заказала это платье не только в черном цвете, но и в нежно-розовом. Сейчас я вам его покажу. Вот такой очень нежный весенний цвет, и знаете, я думаю, что вот это платье будет идеально смотреться на загорелой коже летом, и я уверена, что я смогу сочетать не только с туфельками, но и с красивыми балетками, потому что это платье такого достаточно классического фасона. Я очень довольна, что я их приобрела. Следующая моя новинка — это вот такой серебряный бомбер. Яркая вещь, но я считаю, что в гардеробе нужно иметь подобную вещь, потому что это будет изюминка любого образа. Все-таки такие металлические ткани, скажем так, они разбавляют образ, делают его более интересным, более насыщенным, более необычным. Я хочу отметить, как он внутри оформлен, то есть идет шелковая подкладка, и тут вдоль подкладочки идут рюши черного цвета, то есть если вы даже его расстегнете, это будет смотреться, безусловно, очень красиво. В последнее время мне нравятся кофты с укороченным рукавом, мне кажется, что таким образом ваш образ получается более элегантным и подчеркивается ваша хрупкость. И я решила взять такую достаточно классическую модель кофточки, в ней ничего особенного нет, но сам материал, кстати, такой же, как у платья. Он выглядит очень интересно, и опять же повторюсь, что я взяла эту кофту, потому что мне понравился укороченный рукавчик. И, конечно же, такую вещь можно будет сочетать абсолютно с любым низом, будь то лосины или юбка, или джинсы, все что угодно, это будет смотреться, безусловно, очень красиво. Я большой фанат бежевых вещей, поэтому, когда я увидела, что эта кофта есть еще и в бежевом цвете, естественно, я не смогла пройти мимо и заказала ее тоже. Вообще, я считаю, что бежевый — это второй серый цвет, потому что он также идеально сочетается абсолютно со всем, по крайней мере, лично я его могу сочетать абсолютно с любой вещью, и я его очень люблю. Мне кажется, что блондинкам и девушкам с таким цветотипом, как у меня, бежевый цвет очень подходит. Как вы знаете, я сейчас занимаюсь активно балетом, и я решила заказать себе вот такие лосины серенького цвета. Мне очень нравится, что у них идет вставка, и очень интересный рисунок, такой, знаете, под рептилию. В общем, здорово это смотрится, и у этих лосин завышенная талия. К ним в комплекте идет вот такой топ черного цвета, такой же, как и вставки на лосинах. Этот комплект я еще ни разу не надевала, но как только надену, выложу обязательную фотографию в Инстаграм, так что подписывайтесь, я напишу, как меня можно найти в Инстаграме. Я уверена, что буду носить этот комплект с удовольствием, потому что, знаете, когда занимаешься спортом в красивой одежде, то есть желание заниматься спортом, а когда занимаешься спортом в растянутых трениках и в какой-нибудь растянутой некрасивой майке, то отпадает желание, и как ты смотришь в зеркало и думаешь: ну, вроде ничего не поменялось, ну как-то, ну и зачем? Ну, лично у меня так, а когда я надеваю красивую спортивную одежду, то у меня сразу поднимается настроение, и хочется больше и больше заниматься спортом, так что я думаю, девочки меня поймут. Какое-то время назад появился тренд на спортивные костюмы, и этот тренд мне очень нравится, потому что спортивная одежда, она очень удобная, но можно носить спортивную одежду, там, например, Nike, Adidas, каких-то таких популярных брендов, и это будет понятно, что это именно спортивный костюм. Но мне хотелось приобрести что-то такое, что будет, с одной стороны, как спортивный костюм, с другой стороны, как что-то повседневное. В общем, я заказала себе такой утепленный костюмчик черного цвета, и у него идет такая вставка из ткани,
которая начинается от одного плеча и заканчивается на другом. Мне кажется, что это очень интересное такое дизайнерское решение. Внутри костюм идет с флисом, то есть он теплый, носить его будет зимой просто замечательно. И идут вот такие вот брючки с кармашками, и кармашки украшены также тканью. Буду гулять, радоваться. Вы знаете, что я очень люблю гулять в лесу, так что этот костюм для меня просто must-have. Мне очень актуально носить спортивные костюмы, но чтобы эти спортивные костюмы были не совсем спортивными, чтобы они были какими-то такими уютными, домашними, из которых не хотелось бы вылезать. И, в общем, я взяла себе вот такой костюмчик. У него кармашек кенгуру, и к этой кофточке идут вот такие брючки. Сам по себе костюм я еще не надевала, но, знаете, я вот уже чувствую, что такой материал, он легкий, но он теплый. И я думаю, что как только я его постираю, первый раз надену, я, скорее всего, из него не вылезу, потому что я просто обожаю такие вещи, особенно зимой, когда на улице холодно и хочется какого-то уюта. Как я вам уже сказала, я очень люблю бежевый цвет, поэтому я заказала себе такой же костюм, только в таком бежево-молочном оттенке. И, конечно же, у него идут еще брючки. Брючки обычные, на них нет карманов, но сам костюм мне очень нравится, так что буду носить с удовольствием. Смотрите, даже вот сейчас, мне кажется, что мне очень идет такой оттенок, и он прям выглядит очень уютным, согласитесь. Напишите мне в комментариях, какой из костюмов вам понравился больше всего, буду очень ждать ваших ответов. Когда я зашла на сайт Гипюр, то я увидела там такое вот очень красивое пальто и решила его сразу же заказать, потому что я ни в одном магазине подобную модельку не видела. То есть у нас есть классические пальто, да, например, фасона халат, либо там на пуговицах, либо на молнии, они встречаются часто и в каждом бренде они есть, но конкретно такой фасон я нигде не видела, потому что тут идет сочетание двух тканей, то есть на воротнике одна, и основная часть пальто выполнена вообще из другой ткани. Мне кажется, это очень интересно смотрится. Это пальто идет внутри на молнии, и также в комплекте идет поясок. Поясок, кстати, из такой же ткани, как и воротничок, чтобы все это между собой сочеталось. Я считаю, что он действительно очень красивый, очень необычный. И как только у нас будет на улице чуть-чуть потеплее, буду его с удовольствием носить. Так что вы неоднократно увидите это пальто у меня на канале и в моем инстаграме. На сайте Гипюр проходит благотворительный проект, который называется «Я любовь». И когда вы заказываете вот такие вот толстовочки замечательные, то вы помогаете другим людям. Я решила выбрать себе толстовку красного цвета. Я ее буду носить с огромным удовольствием, потому что она из бархата, она очень приятная, качественная. Вообще, в принципе, все вещи, которые я вам сегодня показала, они очень качественные и очень мне понравились. Друзья, большое спасибо всем за просмотр, буду ждать ваших лайков, комментариев. Обязательно подписывайтесь на мой канал, всех обнимаю, целую. Пока-пока и до новых встреч!